бежит. И наступил довольно трудный период, когда балетные люди начали стареть. В 1988 году был издан знаменитый приказ об увольнении сразу Плисецкой, Максимовой, Васильева, Лавровского, Тимофеевой и Бессмертной. Она впоследствии станет прекрасным репетитором, и очень многие будут хотеть у нее заниматься. И когда я смотрел вот в январе в Париже «Спартак», и Нина Копцова танцевала Фригию великолепно, я думал, да, очевидно, она занималась Бессмертной. Наташа стала педагогом-репетитором. Она только в разово танцевала отдельные спектакли и уезжала на гастроли. Но вся атмосфера, которая сложилась в Большом, была уже тяжела, уже была не под силу. Я помню свою поездку и сближение с этой семьей, которую я очень люблю, когда каждый день по «Эхо Москвы» ныне уже умерший критик, он поливал помоями Юрия Николаевича. Газеты писали бог знает что. Вот точно так же, как после безумного успеха «Спартака» в прошлом году и в Лондоне, и в Париже, Татьяна Кузнецова, критикесса из газеты «Коммерсант», писала о том, что непонятно, почему имеет успех этот советский балет, потому что он насквозь идеологизирован, потому что его ставил советский хореограф. Я помню, как Наташа позвонила мне по телефону, разъяренно, я такое ее никогда не видел и никогда не слышал такого звука голоса. Я говорю, да что вы обращаете внимание на Кузнецову? Она способная человек, но она не умна. Тогда что же, надо отрицать советский балет? Уланова была советская балерина, Плисецкая – советская балерина, вы – советская балерина. О чем говорить? Наташа, успокойтесь и перестаньте читать всю эту чепуху. Но это легко было так сказать. Не у всех такой железный характер, как у Юрия Николаевича. А Наташа это переживала. Я думаю, та болезнь, красная волчанка, которой она заболела, а сегодня уже ясно, что она заболела ей именно 13 лет тому назад, тогда, когда происходила вся эта история. Она не могла слышать, когда оскорбляли ее любимого Юру. Юрочка для нее был жизнь, а она была жизнью для него. 7 марта 1995 года Григорович подал заявление об уходе. Наташа отвезла это заявление в Министерство культуры. И с Большим было все кончено. Она оставалась Большим. На следующий день он получил приглашение поставить балет в Уфе. И он уехал в Уфу. А 12-го шел балет, я сейчас не помню какой, и все сторонники Григоровича решили в знак протеста против его ухода, потому что, как правильно где-то написал Коля Цискоридзе, его так травили и мучили, что это было невыносимо, и его сторонники решили не танцевать. И внутри театра произошел разлом, когда одни говорили, что какое они имели право это делать, люди не виноваты в том, что они заплатили деньги, и они пришли смотреть балет, их не интересует. Все дрязги за кулисами, а другие говорили, молодцы, что они так сделали, потому что они, наконец, показали, что у них есть свой взгляд и свое мнение. И
она как одна из тех, кто участвовала в этой забастовке, была уволена из театра. Ее выгнали. Ее уволили. Я помню ее лицо, ее горящие глаза за столом, когда она говорила: «Нет, я так это не оставлю. Я подам в суд». Она выиграла этот суд. Ее восстановили в Большом театре. Она пришла, сдала решение суда и прикрепила к нему заявление об уходе. И она ушла сама. И после этого она очень долго не переступала порог Большого театра. Она не хотела о нем говорить. Я запомнил ее фразу: «Томление неясных предчувствий, спасение любовью Юры и возврат после многих потерь к истинной жизни» — это я чувствовал тогда. Хотела, чтобы они писали. Она говорит: это все кончено, это все было давно. Это все надо забыть. Это все умерло. И она занималась домом. Она ездила на конкурсы. Она принимала участие в международном конкурсе балета, который он возглавлял. А совсем недавно она ездила в Токио, где она была председателем жюри международного конкурса, а от Большого все равно она сторонилась. Наташа лежала в ЦКБ, а должен был ее обследовать академик Мухин. А до него дотянуться было невозможно. И мы с Григом пришли к профессору Мазо. Это прекрасный врач, замечательный человек, Евсей Борисович Мазо, уролог. Я говорю: может быть, он знает академика Мухина. Он его нашел и уговорил Мухина, чтобы он посмотрел Наташу.